На убе сирот. Такую цель глава региона Игорь Кошин поставил перед работниками социальной сферы в июле текущего года. В этом направлении ведется активная работа. Наряду с масштабной информационной кампанией на еженедельной губернаторской планерке был найден еще один способ, как оставить округ без сирот. По словам заместителя губернатора по социальным вопросам Галины Медведевой, положительный опыт других регионов показывает, параллельно с усыновлением приемным семьям предоставляется жилье. Помочь усыновителям и попечителям в решении квартирного вопроса попробуют и в нашем регионе. Давайте в следующем году будем предусматривать многоквартирное, не знаю, многоквартирное, либо индивидуальные дома, либо еще что-то. Но вот метраж, который соответствовал бы всем нормам, чтобы если у людей есть желание, то мы просто обязаны предоставить эту возможность, понимаете? Потому что в любом случае ребенок в семье воспитывается, ну, совершенно по-другому.